Привет, соратники. Сегодня у нас ветеран. Купил я его за 2000 рублей. Покупал я его 4 года назад. С рук. У мужика, у которого он чуть-чуть поработал буквально, мужику понадобились деньги, он приехал за 2000, мне его отдал. Взял я этот аппарат, не думая. И за 4 года мы ему поменяли только сальники. Посмотрите на его внешний вид. Ну, еще эту крышечку мы раздавили, поменяли. Он просто уработанный. Но он заводится. Он заводится в любое время, в любую погоду и работает. В этом году я ему, кстати, патрубки заменил, потому что, ну, надо раз в 4 года производить обслуживание инструмента. Патрубки я поменял и фильтр топливный. В остальном это все тот же Патриот 4355, который стоит каких-то там 5000 рублей. И он каким-то чудом был на ремонте всего лишь раз, поменяли ему сальники. Все остальное мы не трогали. Вот вам и Патриот. 4 года. Этот аппарат работал в профрежиме. Просто непонятная надежность. Если бы я был уверен, что все патриоты именно такие, я бы брал только патриоты. Потому что он пережил 4 косы. Он и сейчас работает как вспомогательное у чемпиона. Но именно он пережил 4 косы. То есть он работал поочередно с другими косилками. И вот 4 сезона он пашет. Иногда мы его, бывает, чистим от грязи, пыли. Свечи меняем. Но в остальном... Может быть, попалось, а может просто качество, фиг его знает. Скинул глушитель, посмотрел, поршневая, живая абсолютно. Лезть дальше не стал. Так что, ребята, если у кого-то есть патриот, напишите. Одному мне такое попало чудо, или это у всех такое счастье. Ладно, удачи, друзья.